Сегодня весь православный мир празднует праздник Рождества Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. Этот день ждали многие языки. Мы молимся, чтобы не было войны, отходит пандемия, есть возможность спокойно прийти в храм Божий, помолиться. Весь северный регион, который окормляет Хачмаз, Куба, Кусары, Сиазянь, сегодня придут на праздник почтить Рождество Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. Сегодня большой праздник Рождество Христово. Все родился Христос Спаситель. Очень светлый праздник. Всех я поздравляю, православных христиан, с этим большим, великим праздником. Дай Бог всем здоровья, мир над головою, чтобы никогда этой войны не было. Всем здоровья и всех благ. Дай Бог. С праздником, с Рождеством Христовым. Спаситель рождается. Рождеством Христовым всех.